Для въезжающих в Россию семей трудовых мигрантов с детьми нужно ввести строгое регулирование. С таким предложением выступила уполномоченная при президенте России по делам ребенка Мария Львова-Белова. С ее слов, в России возникло много детей-невидимок, не включенных в русскую культуру и не отмеченных ни в школах, ни в детских садах. По мнению детского омбудсмена, в определенных анклавах, там, где большое количество семей с миграционной историей, в школах, в классах число детей-мигрантов может достигать 90%, но сложно назвать их точное число.